Доброго вечора, в ефірі Суспільного, телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємося в цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – «Євробляхи. Проблема чи перспектива для українських автовласників?». За різними підрахунками, протягом останніх років в Україну ввезено від 1,5 до 2,5 мільйонів так званих «євроблях» – автомобілів з європейською реєстрацією. Вартість таких автівок в єврозоні набагато нижча вартості аналогічних автомобілів в Україні. Тож не дивно, що попит на «євробляхи» постійно зростав, а посередники шукали нові схеми, аби задовольнити цей попит. Власники «євроблях» вважають вартість розмитнення надто високою і продовжують у переважній більшості їздити за довіреностями юридичних чи фізичних осіб з країн Євроспільноти. Ситуація не покращилась після прийняття парламентом минулої осені 2 компромісних законів. За статистикою, кількість розмитнених автівок завдяки цим законам сягнула хіба що 10% від завезених. Тож, чи існує в Україні проблема автомобілів на єврономерах? Чи мають вони залишатися на наших автошляхах? Чи ні? І чому? Про це йтиме мова сьогодні в нашій студії з нашими гостями. Я їх вам представляю. Максим Олійник, член громадської організації «Шикарна балка». Та Микита Михайлов, генеральний директор «Миколаїв» представництва міжнародного автоконцерну. Тож, розпочинаємо. Я чекаю від учасників дебатів аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Лише факти і переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь. Конкретна відповідь, конкретна ремарка. Я пропоную вам позначити свої позиції. Правила першого раунду. Ви матимете по 2 хвилини для озвучення своєї позиції. А також опонент може відреагувати на вашу позицію своєю реакцією. Ви можете отримати реакцію у відповідь. Починаємо. Тож, чим є євробляхи для вітчизняних автовласників? Проблемою чи перспективним придбанням? Розпочне Максим Олійник. Автомобиль с евро-номерами – это выход для людей, чтобы обеспечить себя, семью, работу доступным автомобилем. Автомобили в Европе, они не дешевле, они просто имеют свою реальную стоимость. В нашей стране почему-то, ну, последние 20 лет точно, искусственно завышены цены за счет высоких акцизов, заградительных налогов для того, чтобы якобы поддержать отечественного производителя, но это не помогает. Это, ну, это единственный был выход на данный момент для того, чтобы люди могли себе купить доступный автомобиль за те деньги, которые они могут заработать на своей работе. Как бы понятно, что есть люди, которые могут купить новый автомобиль, но такие люди евробляхи не покупают. Поэтому я считаю, что это необходимо на данный момент, поскольку власть не может обеспечить легальные, можно так сказать, автомобили по доступной цене. Зрозуміло, ясно. Микита, ваша реакция на позицию Максима? Добрый вечер всем. Добрый вечер, уважаемые ведущие, телезрители. Максим, я хотел бы высказать свою точку зрения. Ну, по моему мнению, этот закон и все это автомобили, которые хлынули, они просто очень подкосили рынок автомобильный в Украине в целом. Они очень сильно ударили по экономике страны, они очень сильно ударили по состоянию людей. Много денег было вывезено за границу, тем самым... Это вы сейчас, Максим, Микита, извиняюсь, вас перебью. Это ваша позиция или реакция на ответ Максима? Зараз? Это моя позиция, ну и она же и... Как, она же, и реакция, и реакция, ваша позиция. Да, добре, и позиция, да. То есть я против такого формата нахождения автомобилей в том формате, в котором они находятся. По моему мнению, это неправильно. То есть без определенных документов, без надлежащих оформленных документов. То есть автомобили не все находятся здесь легально. Я против такого формата. Поэтому будем сейчас дискуссировать, и я постараюсь донести свою точку зрения, свою мысль для телезрителей, для тех, кому это интересно. Постараюсь высказать, почему именно так я думаю. Зрозуміло, дякую, Микита. Максим, ваша реакція на позицію? Ну, во-первых, первое, что неправильно сказано, автомобили здесь находятся абсолютно легально. Они не прилетели по воздуху, не передались по телефону, они приехали через границу, соответственно, они попали на территорию Украины легально. Как они оформлены и каким образом они здесь находились и находятся,
это не, скажем так, не созданная ими проблема, это проблема, созданная государством. То есть государство, по идее, хотя бы должно было обеспечить временную регистрацию таких автомобилей и таким образом устранить вот эту проблему безопасности, когда говорят, что сложно найти владельца автомобиля на евро-номерах. Это тоже все манипуляции. Почему? Потому что так же самое сложно найти владельца и на украинских номерах. Потому что все мы помним, буквально еще несколько лет назад полстраны ездила по доверенностям, и никто никому ничего не предъявлял, и до сих пор очень многие ездят по доверенностям, и никаких проблем нет. Я сам лично продал автомобиль лет 5 назад по доверенности. Он до сих пор где-то ездит, я понятия не имею, а он числится на мне. Я понятия не имею, где он находится. То есть, если в случае ДТП или какого-то происшествия другого, придут ко мне, спросят, где твой автомобиль, я не смогу ничего сказать, потому что он как бы на мне, но он в то же время он мне не принадлежит. Так же самое и с евро-номерами. Абсолютно такая же ситуация. Я зрозуміла. Ваша реакция? Если автомобили, в принципе, это любой такой же товар, как и что-либо другое, как какая-то кожгалантерея, любые там продуктовые, продовольственные товары. И любой товар, находящийся на территории Украины, если не соблюдены сроки его ввоза, сроки его вывоза, я считаю, что он находится без законных на то оснований. То есть он, по моему мнению, и по мнению некоторых экспертов, он находится нелегально. То, что они пересекли границу территории Украины, да, вопросов нет. Они ее пересекли. Как они ее пересекли, по каким документам, это, я думаю, следует уже разбираться правоохранительным органам. Но то, что они находятся с нарушением таможенного законодательства, то, что они находятся с нарушением многих законов, которые были на то время. Не согласен. Это ваше мнение. Я высказываю свое мнение. И о том, что машину нельзя идентифицировать. Вы говорите, можно идентифицировать. Найдите автомобиль. Ни для кого не секрет, что все автомобили, большинство из них автомобили оформлены на юрлица, которых там однодневки, на физлица, на бабушку, на дедушку, которые даже не имеют понятия, что на них оформлено 50, 70, 100 тысяч автомобилей, они об этом не знают. Они получают за это какое-то вознаграждение, регистрируют автомобили. По поводу того, что в Украине тяжело отследить собственника автомобиля, это неправда. Если автомобиль находится на украинской регистрации, он имеет техпаспорт, он имеет конкретного собственника. Даже если вы выписали доверенность, этой доверенности указано, кто выдал, кому выдано, кем и на какое время. Отследить собственника намного легче. А в случае с евро-номерами это практически невозможно. Собственника отследить можно и там, и там. Владельца отследить сложно. Вы должны понимать разницу между собственником и владельцем. Я могу быть собственником автомобиля, но владеть им можете вы. Ездите, у нас же сейчас даже не нужна доверенность. Я вам дал техпаспорт, и вы уже владеете им. Неважно, на каких правах договорились мы с вами устно, за деньги, бесплатно. Но я собственник, а вы владелец. Поэтому и здесь собственника найти вообще не проблема. То есть автомобиль на европейской регистрации, на украинской регистрации, он состоит на учете. Либо за границей в Европе, либо украинские, если это состоят у нас здесь на учете. То есть вопрос законодательный тут полностью, в принципе, в правовом поле. И так же самое, как вы говорите, что они как бы непонятно как ввезены. Они ввезены абсолютно по законодательству. Было два основных режима. Временный ввоз, когда заезжает иностранец по Стамбульской конвенции, так называемой, на один год. И здесь абсолютно автомобиль легально находится, без каких-либо нарушений. И надо только раз в год иностранцу перезаезжать. Почему они не перезаезжали? А вот это уже ответственность конкретно отдельных личностей, которые вот просто не относились к этому серьезно. Такие были, но это исключение из правил, потому что это человек... Это безответственность, это да, не ответственность. Я не спорю. Нарушение закона. Таких не так много на самом деле. Потому что в основном люди, которые покупали для себя автомобиль, более-менее, которые понимали, что он им нужен, они делали и перезаезды, и все как положено. Другой вариант был, это ввоз на себя с нарушением режима, точнее, с нарушением сроков вывоза. Штраф был 8500, то есть справедливое наказание за нарушение, и ты катаешься дальше, как бы ты за свое нарушение, ты заплатил государству, и дальше пользуешься автомобилем. Опять же вопрос. Люди это делают не по своей воле, не потому, что им хочется нарушать закон или искать какие-то способы. У них выбора нет. Почему, чтобы ввести к нам сюда автомобиль, человек должен заплатить тот же самый акциз?
Вот вы говорите, таможенные пошлины и все остальное. Согласен. Пусть с ним. Есть у нас на все товары абсолютно есть таможенные пошлины. Есть тот же НДС, хотя я с ним не согласен абсолютно. Но вопрос не в этом. Но почему автомобиль приравнен к алкоголю, к табаку? Почему он обкладывается акцизом? Это роскошь? То есть у нас получается, мы в 21 веке, мы уже одной ногой в Европе, можно сказать. И получается, что на товары, ввезенные с Европы, на товары, которые не являются роскошью во всем мире, это средство передвижения, это средство для заработка, это для семьи, учитывая, что у нас инфраструктуры общественного транспорта практически нет. Она уничтожена почти в ноль. До речі, Максиме, якраз ви зачепили нашу подальшу тему наших дебатів сьогодні. Автомобіль – це засіб пересування чи розкіш? Чим стали євробляхи для українських автовласників? Це доступний спосіб передвіження. Навіть будь-який людина у нас, працюючий, він, в принципі, з нашими зарплатами, там $300, грубо говоря, як у нас вважають середня зарплата, он еще как-то может в течение там нескольких лет насобирать там те же там $3000, поехать и купить в Европе, пусть будет даже 15-летний автомобиль. Это будет там какой-нибудь или Volkswagen, или Opel. Opel вообще можно было взять там за $1000, грубо, и ездить, то есть кататься. И что самое важное, этот автомобиль в любом случае, он экологичнее, чем наши «Жигули», «Москвичи», которых еще у нас очень много, к сожалению, по той же самой причине, потому что налоги просто немеренные. Он безопасней, потому что они уже идут с подушками безопасности, они уже под какие-то нормы попадали. Он ломается гораздо реже. Пусть где-то запчасти может быть дороже, хотя в последнее время общаюсь, у меня, допустим, «Жигуля» нет, но я общаюсь с людьми, которые ездят на «Жигулях». Цены на запчасти на «Жигули» уже выше, чем на иномарке. То есть получается, что владеть отечественным, якобы отечественным, у нас нет отечественного, можно так сказать, сейчас автотранспорта, дороже получается. И вот выход нашли люди. Поехали, купили, даже если сами не поехали, пусть это были пригонщики. Они взяли себе за это какие-то сумму денег, это работа. Поехать, купить, найти, привезти, это время, это силы, это стоит денег. Но в любом случае это выгодней, потому что Opel у нас... Тот же Вектра, например, стоит 5000, а там он стоит 1500. Разница колоссальная? Разница колоссальная, так, звісно. На це саме питання, Микита, також хотілося б почути вашу думку щодо автомобіля. Це розкіш або засіб пересування? І чим стали євробляхи для вітчизняних автовласників? Отвечу на несколько вопросов и комментариев Максима. Выход есть всегда. И не надо, скажем так, вуалировать там нарушение законодательства о том, что есть безвыходная ситуация. Очень много людей совершают там какие-то правонарушения, преступления. Это же не значит, что мы должны тем самым потакать им или говорить, что у него была безвыходная ситуация. За эти деньги, за $3000 можно купить автомобиль, который находится в Украине, на украинской регистрации. Да, это будет не та иномарка, это будет немного другого качества автомобиль, но он будет. И тем самым мы не вывозим деньги в другую страну. Мы даем тем самым человеку возможность продать его автомобиль. Возможно, он хочет купить что-то, оформить в кредит, взять другой автомобиль, более новый. Мы лишаем его этой возможности. Но не мы, а люди, которые покупают автомобили на евро-номерах. Что касательно там роскоши это или средства передвижения, вы знаете, для каждого человека, он по-своему определяет это понятие, но для многих это роскошь все-таки. Почему? Потому что в основном все владельцы этих автомобилей, это стоимость автомобиля там от 3 до 4 до 5 тысяч евро в среднем, стоимость этого автомобиля. И люди не понимают, что этот автомобиль стоил новым, к примеру, там 50-60 тысяч евро, и на его содержание требуются баснословные деньги. И они не готовы вкладывать эти деньги в эти автомобили. Поэтому они находятся в ужасном техническом состоянии на сегодня. И в основном это все автомобили сюда завозятся, которые не прошли техосмотры в Европе, которые под утилизацию в Европе, которые легче продать куда-то в Украину и не платить там никаких налогов. Ведь ни для кого
никого не секрет, что, ну вы подумайте, откуда в Польше, там, в Литве, откуда у них такое количество автомобилей, миллионы? Ну нету такого количества. Вот есть данные по Польше, вот их рынок составляет, ну в разные там года, в среднем там 500-300 тысяч автомобилей. Но откуда они не могут продать все автомобили за 2 года, которые у них есть? Это автомобили, завезенные из Германии, там они вообще стоят копейки. То есть это все создана большая такая цепочка, большая схема, на которой порождается коррупция, на которой зарабатывают деньги. Да, эти машины доходят до конечного потребителя, но людей, которые сами бы пригоняли для себя, не для бизнеса, их единицы. Которые сами бы перезаезжали, их тоже единицы. По моим данным, продавая автомобиль человеку, ему сразу говорили, стоимость перезаезда там определенную сумму денег стоит, там 100-200 долларов. То есть человек не загонял для себя, он загонял это для бизнеса, для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы не заплатить налоги, для того, чтобы положить это себе все в карман. Это все теневая экономика. Но вы же представитель бизнеса, правильно? Конечно. Вы ввозите автомобили из других стран сюда, правильно? Да, официально. Вы их там покупаете за фантики? Нет, мы их покупаем за деньги. Ну, то есть вы выводите те же самые деньги за границу, так же самое, как и люди с автомобилями, правильно? Нет, мы их покупаем там за деньги, платим, здесь есть большая разница, мы их покупаем за деньги, мы платим за это все налоги. Мы завозим автомобили официально, платим за, опять же, за это все налоги. Мы обеспечиваем рабочие места, мы обеспечиваем зарплату таможенникам, мы обеспечиваем зарплату брокерам, мы обеспечиваем зарплату людям, которые замешаны и связаны с этим автобизнесом. Что, скажите мне, какую зарплату, либо что обеспечивают люди, либо же организации, которые продают автомобили с евро-номерами. Помимо того, что они зарабатывают деньги себе в карман. Они не продают автомобили на евро-номерах, они их пригоняют, помогают людям. Вопрос такой. Ложат деньги себе в карман. Сколько процентов от цены автомобиля вы платите в бюджет? Ну, допустим, одного. Примерно, я так понимаю. Нету такого понятия, сколько процентов от цены автомобиля. Есть стоимость, есть цифры НДС, есть всевозможные 20% налоги. 20% НДС, 10% пошлины, да, правильно? Вы же да, их платите. Платим, да. Вы ввозите, вот мне очень интересно, на данный момент, который закон приняли, вы ввозите как автомобиль или как запчасть? Как автомобиль. Только как автомобиль? Естественно. Мы не Хорошо. Можем возить как запчасти целый автомобиль. То есть, ну, вы платите так же самый акциз, правильно? Все платим. Правильно. За новый автомобиль акциз там составляет там, в районе 100 евро, грубо говоря. Ну, в зависимости, да, там, от правильно. Объема То двигателя. Есть, получается так, что для бизнеса у нас выходит ввоз автомобиля, они платят в бюджет, ну, грубо говоря, там, ну, пусть 30% от стоимости этого автомобиля. То есть... Если бы сделали то же самое для евро-номеров, ну, для БУ автомобилей, то люди так же самое бы пошли, спокойно заплатили эти 30%, хоть это тоже очень много на самом деле, но заплатили бы эти 30% и ездили бы легально на украинских номерах. Нет проблем. К этому стремились, к этому всех людей поднимали, объединяли. Они не заплатят эти деньги. Почему не заплатят? Возьмите статистику. Подождите, 30% заплатить от цены автомобиля и 200% заплатить от цены автомобиля – это немножко разные вещи. Если я купил там Opel Vectra за 1500, ну пусть даже 2000 евро, легко, любой из владельцев, вы, я не знаю, я еще таких не встречал, который бы не сказал, это 600 евро, ну я найду 600 евро, я одолжу у друзей, у знакомых, 600 евро на данный момент – это… Вполне ну, такая себе сумма, достаточно ее можно найти обычному человеку, рабочему. Но когда ты приходишь и тебе заявляют, что тебе надо за получение этих номеров украинских заплатить еще 3000 евро. Да. Ну тут уже как-то получается так, что значит, автобизнес, который ввозит автомобили, на этом зарабатывает, платит всего лишь 30%. Те, которые в принципе хотя бы даже себе бы завезли, вони повинні платити 200%. Ну, про це ми ще поговоримо подальшому. Є таке питання, чи допоможе нове законодавство завести євробляхи у правове поле держави? І вже ми про це почали. Максиме, як ви гадаєте? Я вам так скажу. Тот закон, який був прийнят, те, що були закони 84-87, це зараз закон 2611 про внесення змінень в таможенний кодекс. Так? Я поки зараз про перший закон говорю, тому що другий закон – це взагалі антинародний. Значит, здесь получается как?
Они ввели этот закон. Да, он снизил, он дал, во-первых, возможность вообще растамаживать автомобили. Раньше не было такой возможности. То есть даже если бы хотели, старше 10-го года автомобили и ниже стандарта Евро-5 по предыдущему закону 32-51 не имели права. То есть их никто не поставил бы на учет, не выдал бы сертификат Евро-5. По новому закону эта возможность есть, но тут встал барьер ценовой. То есть люди... Вот скажите, в какой нормальной стране вы встретите, чтобы людей заставляли брать кредит, чтобы заплатить налоги? То есть это уже просто выходит, ну, за рамки абсурда. Ну, ладно бы взять кредит, чтобы заплатить за товар. Ну, это понятно, это во всем мире практикуется, это нормально. Но чтобы взять кредит на оплату налогов, это выходит за все рамки разумного. То есть, ну, просто людей... Во-первых, сначала как бы дали возможность заехать. Потом просто взяли и всех наказали, приняв этот закон. Они считают, что они сделали хорошо для людей. Люди так не считают. Почему? Потому что вы сами как озвучили, что в районе 20% всего лишь растаможилось. 10%. В районе 10%. 10%. Ну, давить, даже 10%. Везде цифры разные, они настолько условные, их очень сложно посчитать. Но получается, что этот закон, он не для людей. Богатые, то есть те, которые могут себе позволить автомобили там 2-3-летней давности, новые автомобили, они, естественно, в выигрыше. Я зрозуміла. Максиме, Микита, хотілося б почути вашу думку щодо цього питання. Нове законодавство допоможе завести євробляхи в правове поле держави? Я думаю, ті, хто хотіли завести євробляхи в правове поле, вони їх вже завели. Ті люди, у яких були гроші, ті, хто готові були потратити ці гроші, тому що ізначально всіх їх, я, ну, м'яко так скажу, ввели в заблуждення, коли вони покупали ці автомобілі. Їм розказували сказки о тому, що розтаможка автомобілів буде стоїти 300, 500 євро, 700 євро. Потім, коли вони столкнулись з дійсно вещами, с тем, что занижались оценочные стоимости автомобилей, при том, когда они их ввозили. То есть, опять же, какими-то там непонятными путями, опять же, кто-то там на этом зарабатывал. Но сам потребитель в итоге остался, он у разбитого корыта, в большинстве. То есть, я считаю, что те люди, которые хотели купить эти автомобили, которые готовы были потратить деньги, это всего лишь 10%. Все остальные автомобили, они просто медленно будут потихоньку оставаться в Украине, медленно кто-то сможет их содержать, будет ездить, кто не сможет содержать, будут... Разборки появятся. Посмотрите, буквально через небольшой промежуток времени появятся разборки этих польских, литовских автомобилей. У людей нет денег их содержать. То есть они, ну, не рассчитывали на такое затратное мероприятие. Человек, который владел Ланосом, он знает, что там техосмотр Ланоса стоит там 1500–2000 гривен, образно говоря. За те же деньги он пригнал себе европейский автомобиль, Volkswagen, другой марки. Но стоимость владения его в месяц составляет 5, 7, 10 тисяч гривень. У людей немає таких грошей. Зрозуміло, дякую. Микита, дякую вам за ваші аргументовані відповіді. Дебати тривають, і ми переходимо до другого раунду. Його правило такові: ви можете поставити по два питання опоненту. Вопросы констатация. Знают ли потребители, что когда они покупали автомобиль, они покупали всего лишь бумагу, а не автомобиль? Вопрос немножко неправильно поставлен. Люди знали, что они покупают автомобиль, который могут потерять. Основная масса людей понимали, бумаги. Идут риск. Бумаги. Они шли сознательно на этот риск. Основная масса. Потому что, зная нашу ситуацию в стране, все мы рискуем постоянно. Вопрос в том, что действительно и я, и все надеялись, что все-таки нынешняя власть услышит людей, поймет, пойдет навстречу. И как обещали, они же обещали с телевизора, что мы сделаем доступное, что мы примем, что все. В итоге что приняли? Приняли непомерные штрафы, просто невменяемые. По 170 тысяч гривен штраф для человека... с зарплатой там 8-10 тысяч гривен, это просто, ну, это смерти подобно. И что они приняли? Себе сделали скидку. То есть сейчас на автосборку кузова не облагаются акцизом. Раньше они облагались по старым законам акцизом, там акциз был разный. За БУ кузова в районе 800 евро, за новые, по-моему, чуть меньше, 400, около того.
по новому закону они себе единственную, кстати, поправку в закон внесли, которую приняла Рада. Это освободить автопроизводителей от акциза при ввозе кузовов. А какие у нас автопроизводители есть, простите, вы мне скажите, у нас есть вообще производители автомобилей? Кузова никто не возит, это, не знаю, для кого эта поправка была. Ну, я не знаю, я уверен, что за нее кто-то очень хорошо заплатил, и просто так у нас звезды не зажигаются. Зрозуміло. Ваше перше питання, Максиме, до Микити. На ваше усмотрение, кому выгодны большие акцизы и пошлины на ввоз БУ автомобилей? Тяжело сказать, кому они выгодны. Это решать тем, кто находится в Верховной Раде, это решать правительству. Ну, на ваш взгляд, вот вы же с этой стороны стоите. На мой взгляд, я не рассматриваю это как чью-то выгоду, я не рассматриваю это как какой-то дополнительный заработок. Я рассматриваю это всего лишь как правовое поле, как инструмент для того, чтобы эти автомобили находились в правовом поле. Вы же не можете себе представить, что вы приехали в какую-то европейскую страну, а вас встречает таксист на автомобиле с николаевскими номерами. Но я вам объясню, почему. Такого же нет. А вы спрашиваете, а почему ты на регистрации другой страны? Там нашли пробел в законодательстве, завезли, вот езжу. А там его искать никто не будет, потому что там абсолютно легально можно сделать. А у нас нашли пробел в законодательстве, завезли эти автомобили, а потом шантажом собрались и говорят, давайте, принимайте нас закон. У нас же много уже автомобилей. Вы же не хотите сказать, что заплатить две цены автомобиля за регистрацию – это нормально? Я так не могу сказать и не могу сказать обратное. И все прекрасно понимают, что все люди надеялись в основном на то, что эти машины будут дешевле. Конечно, мы же в Европу идем. Дешевле. Но, как показывает практика, автомобиль пригнанный плюс растаможка – это та же цена, которая здесь находится потому в Украине. Потому что растаможка немеренная. Ну, цены... Потому что чудес не бывает. Есть конкретная плата за конкретные вещи. Подожди. Есть налоги, есть акцизы. Их никто не отменял. Мы живем богаче, чем европейцы. Почему? Вот есть элементарный, может каждый в Ютубе открыть, Микола Запорожец был социальный проект. Ребята купили Запорожец и перегнали его в Польшу. Для того, чтобы показать людям, что про евростандарты, про все остальное, это все полная чушь. Они там его растаможили, прошли техосмотр, поставили на учет, получили польские номера. И все про все им обошлось приблизительно $400. Ну так тогда, чтобы надо ехать этот Запорожец и жить в Польше. Привезти сюда, им надо заплатить уже в районе 3000. Но это же не выход. То есть мы можем точно так же взять там, какой-то товар, автомобиль, повезти в другую страну, сказать, смотрите, вот там она получается дешевле. Ну так и живите в тех странах тогда. Граждане Украины хотят жить в своей стране. Но если мы хотим жить в своей стране, значит надо соблюдать ее законы. И не надо нарушать, а получается, что количество автовладельцев, они нарушили закон, либо там каким-то образом нарушили нахождение автомобиля, собрались все вместе и говорят, примите для нас, пожалуйста, закон, потому что мы его нарушили, нас очень много. В нашей стране вообще традиционно не платить все налоги. На то есть причина, я извиняюсь, договорю. Да. Потому что налоги должны быть такого размера, чтобы их можно было заплатить. Если размер налогов, как у нас, доходит до абсурдных значений, на минуточку, то есть мы до 60% от своей зарплаты должны отдавать в бюджет. Это много. Поэтому люди находят лазейки, чтобы минимизировать эти расходы. Потому что взамен-то мы, по сути, ничего не получаем. У нас что, есть дороги, у нас есть какая-то инфраструктура, мы себя чувствуем в безопасности, нет? Переходимо до другого питання. Ваша черга, Микита, поставити питання Максиму. Опять же, по вашему мнению, сколько процентов автомобилей на евро-номерах попали в ДТП, из-за того, что у них было ужасное техническое состояние. Есть реальные цифры, есть реальная статистика этих ДТП. Ну, я не сомневаюсь, что такие случаи были. Безусловно. Конкретно, чтобы кто-то считал автомобили, попавшие в ДТП по техническому состоянию, я сомневаюсь, что кто-то эту статистику вел. Есть такие данные. В любом заключении ДТП есть такие данные. Ну, навскидку. Вот взяли мы за 100% там этот миллион автомобилей. На фоне погрешности, навскидку, на фоне погрешности, эта цифра будет абсолютно незначительная. Это если касается чисто технического состояния. Чисто технического состояния. Это будет незначительная цифра, ее даже озвучивать нет смысла.
Ну, в основном причина ДТП 99%, пусть это, я допускаю 1%, 99% ДТП даже тех же автомобилей с евро-номерами, хотя на самом деле автомобиль с евро-номерами ничем не отличается от автомобиля с украинскими номерами. Ну, вот есть статистика. Вот вы сейчас номера 15, поменяете, вы не отличите эти автомобили между собой. 15-20%. Есть такая статистика. Из-за технического состояния. Из-за технического состояния. Исключительно. А вел кто-то статистику, сколько у нас происходит смертельных ДТП по причине именно возраста автомобиля? Вы не обращали внимания, что если ДТП, та же бляха, у нас, кстати, были такие ДТП, где бляха врезалась с «Жигулями», «Жигуль», трупы, бляха, легкий испуг. Почему? Потому что там есть подушки, там нормальные ремни, там нормальный кузов, который не варили 350 раз, как этот «Жигуль». Так вы посмотрите сейчас на авторынок. Допустим, закон приняли, люди начали выкупать обратно дешевые автомобили. Я вижу объявления, периодически смотрю, там меняю на украинские номера. Люди опять пересаживаются на те же семерки, пятерки, копейки, девятки. Их уже давным-давно на металлолом должны были сдать и забыть. А мы до сих пор их варим, чиним, ездим. У них нет ни подушек, у них нет ни АБС, ни ЕСП. У них даже карбюраторы стоят. Потому что они не в состоянии содержать автомобили иностранного производства. Это все элементарно. У меня, честно скажу, было не так, чтобы много, но и немало автомобилей иностранного производства. И те же бляхи были. Я сам же ездил за бляхой, смотрел весь этот процесс, как он происходит, какие там машины продаются. Естественно, люди ищут подешевле. Я не буду с этим спорить, но нельзя говорить за всех, потому что реально многие, поначалу, как только это начиналось, брали как можно дешевле, потому продавали, что... зарабатывали деньги. Не-не-не, объясню почему. Люди брали, абы что-то взять, чтобы ездить, но то, что не жалко потерять, потому что они каждый день ждали подвоха. Со временем люди начали немножко привыкать к тому, что евро-номера ездят, их никто не трогает. И у нас уже даже появлялись Бентли на евро-номерах, понимаете? Вот видите, вы сказали сами, их никто не трогает. Правильно. То есть они знали, что это незаконно, нет, но они ждали, что их пока никто не трогает, поэтому они и ездили. Все было законно. Вопрос в чем? Почему люди объединялись, та же Автоевросила объединились люди? Потому что часто правоохранительные органы превышали свои полномочия, действовали вне рамках закона. Люди объединились і це ввели все дякую в русло. Ми про це ще будемо говорити далі. У нас є для цього третій раунд. Нам за таймінгом треба закінчити зараз другий. І за ним я прошу Максима вас поставити друге питання до Микити. Будь ласка. Ну, у мене тут вопросиков много накидав. Надо вибрати самый интересный. Скажите, на вот вы уже опытный автопродавец, да, автосалон все-таки, сколько надо обычному учителю собирать на покупку, пусть даже того же Volkswagen Polo, самого дешевого в автосалоне автомобиля? Вы знаете, у разных учителей разный уровень дохода, зарплаты. Для кого-то, возможно, это очень долгий период времени, для кого-то, может быть, и недолгий. Но в целом я вам хочу сказать, что... Недолгий – это сколько? Ну, примерно. Я не готов сказать. Ну, на скидочку там. Ну, вы же занимаетесь и автокредитованием. Автокредитование... У вас учителя никогда автомобили не покупали, наверное? Покупали автомобили учителя. Учителя? Учителя, медицинские работники, работники сферы обслуживания. То есть, ну, не говорит о том, что если человек работает учителем, у него нет денег купить себе автомобиль новый. Они покупают. Но сейчас, в последнее время, прослеживается тенденция в связи с принятием закона, в связи с тем, что нахлынули эти автономера, автомобили на евро-номерах, рынок новых автомобилей значительно падает. И людей, которые покупают новых автомобилей, становится все меньше, 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 меньше с каждым месяцем. Поэтому ну, сколько надо? Не ответили надо на мой вопрос. Я не знаю, я вам скажу, что эта цифра будет никогда. Потому что сейчас уровень зарплаты на уровне выживания. То есть, чтобы хватило не умереть с голоду, но отложить... Даже те же $100 отложить в месяц для обычного учителя – это из разряда фантастики. А чтобы насобирать $12 000,
Это... Ну, так они могут никогда не насобирать это на автомобиль с евро-номерами. По такой логике у них даже не может быть и 3000 евро. Если они не могут отложить себе ничего, это не к нам вопрос, не ко мне, не к вам вопрос. Это вопрос к сложившейся ситуации. Ну, 3000 евро, согласитесь, это в 3-4 раза меньше. Согласен, то есть, но опять это же... не 20 лет, это уже 2-3 года, допустим. Разница тоже существенная. Поэтому, по-моєму, тут очевидно. Зрозуміло. Я дякую вам за ваші змістовні відповіді. Хочу оголосити, що другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – євробляхи. Проблема чи перспектива для українських автовласників? У студії Максим Олійник та Микита Михайлов. Зараз я пропоную відповісти на запитання від мене та моїх колег громадськості. І очікую від вас відверті відповіді. Знову ж таки. Хто переважно ввозить в Україну євробляхи? Легальний бізнес, який спеціалізується на таких послугах, чи кримінальні структури? Максиме, ваша відповідь. Для криміналу ця тема взагалі не цікава. Во-первых, тут криміналу як такого нет. Обычно этим займаються обычные ребята, которые понимают в автомобилях, разбираются, едут, покупают и привозят, рискуют. Как бы это риск, ехать в другую страну с деньгами. Опять же, чаще всего это идет покупка на заказ. То есть человек в процессе покупки контролирует это все, тоже как бы вместе выбирают по линии связи, там по Вайберу или как. И люди ему привозят. То есть человек мог бы и сам поехать, в принципе. Но для того, чтобы туда поехать, надо, сейчас у нас, конечно, виза не нужна, но надо хотя бы понимать, куда ехать, где поселиться, как искать автомобиль? Не каждый понимает в этих автомобилях. То есть это тоже надо уметь выбрать хороший автомобиль из того, что имеется. Поэтому я считаю, что делков на этом нет. Да, ребята зарабатывают какие-то деньги, вполне соизмеримые с той работой, которую они выполняют. Тем более, что этот рынок не зарегулированный. То есть тут есть конкуренция. То есть, естественно, цены за их услуги... Они являются рыночными. А все, что является рыночной ценой, в принципе, справедливо. Тут не может быть коррупции, тут не может быть каких-то, никакого-то криминала. Розумію, дякую. Микита, ваша відповідь. Процентов 70 всего этого рынка – это теневая экономика, процентов 30 – это имеет какую-то общую связь с легальным бизнесом. Потому что в основном, как сказал Максим, это частные лица, это какие-то максимум ЧПшки, люди, которые не оформленные, которые сами работают, они не платят ни налогов, ничего. Они частным образом, то есть это теневая экономика. Не могу сказать, это криминальное, имеет ли это отношение к криминалу, но это теневая экономика. Это ну, практически… Но вся экономика в тени. 70, ну мы говорим в частности о данном случае, 70% это теневая экономика. Я думаю, что есть процентов 30, которые занимаются этим официально, которые открыли какие-то юридические лица и могут предоставлять такие услуги официально, при этом платя налоги за свои услуги. Я немножко расстрою, здесь нельзя было заниматься ну, по факту этим официально, потому что, по сути, люди регистрировали фирму там. Наши же люди, украинцы, регистрировали, ехали в Литву, регистрировали там юрлицо, на это юрлицо ставили на учет там автомобиль, потому что, почему там? Потому что там наименьшее налогообложение. То есть деньги всегда идут туда, где меньше всего налогов. Там было лояльное налогообложение к автомобилям. Они там оформляли, ставили на учет и везли сюда. Есть два момента, которые реально удручают. То, что гражданин Украины на своей территории имеет меньше прав, чем иностранец, потому что иностранец может завести автомобиль на год, а украинец только на 5 дней. Это уже нарушение конституционных прав. То есть не может быть различий. А получается, человек на своей земле, на своей, в своей стране, которым является гражданином, он имеет меньше прав, чем иностранец, который приезжает из-за границы. Это раз. Во-вторых, почему там регистрируют, а не здесь регистрируют? Ответ очевиден. Высокие налоговые ставки. Не потому, что они хитрые. Они там тоже платят те же налоги. Они платят все сборы, но там, в тот бюджет, потому что наш бюджет этого не хочет. В основном те, кто занимаются, они занимаются уклонением от уплаты налогов. И есть, я вас перебью, несколько фирм, организаций, я знаю их точно, не буду их назвать, которые официально занимаются пригоном автомобилей. Они не проводят это как пригон автомобилей, они это проводят как предоставление информационных услуг. А по-другому нельзя. За которые, но люди им платят деньги, они платят за это налоги, они несут полную ответственность. А все остальное это теневая экономика. У нас вся экономика в тени. Вопрос в чем? Вы говорите, не платят налоги.
каждый владелец автомобиля, неважно, на украинских номерах, на европейских номерах, это источник дохода в бюджет. По простым подсчетам, которые я подводил, каждый автомобиль приносит в год в бюджет, ну вот так вот в среднем 18 тысяч гривен с топлива. То есть расходуя в среднем там 10 литров на 100 километров, там будем брать какие-то больше, какие-то меньше, и проезжая 15 тысяч км в месяц, в год, то есть в среднем это 18, у нас же в топливе половина налогов, вы же знаете, наверное, да, спорить не будете? Да, конечно. Вот, 18, это доход в бюджет. Бляха это, не бляха. А получается что? Люди деньги уже вывезли, уже купили там автомобили, они уже в любом случае, они владеют около 2 миллионов, да, правильно? Так. То есть, во-первых, многие были вынуждены их там просто бросить, потому что их не впускали домой, к себе. То есть ты приезжаешь к себе на родину, к семье, а тебе говорят, дружище, ты не можешь туда заехать, пешком иди. Потому что у них, наверное, были на то основания. Наверное, у них не соответствовали документы. Основания, так, потому что... Друзі, у нас, я вибачаюся, вас знову ж таки буду переривати, тому що у нас є питання від глядача. Перше, воно до вас, до обох, є два різних запитання. Перше, до Максима. Скільки стоїть розтаможка Opel Vectra, наприклад? Багато Opel, це не може бути рекламою в прямому. Двохлітровий Opel Vectra в Європі. У нас розтаможка автомобіля, пусть той же Vectra, це буде где-то... В любом случае автомобиль возрастом... В Европе. Сколько будет в Европе растаможка? В Европе, да, пытаюсь. Само в Европе. В Европе, если этот автомобиль с территории Европейского Союза, то все платежи там выходят в районе 45-50 евро. То есть плюс надо еще пройти техосмотр и все остальное. То есть выходит максимум 100-120 евро, это все абсолютно платежи. Если вы берете в Германии, во Франции, в Италии, неважно откуда везете, в Литву, вы там проходите, все это происходит очень быстро, очень легко. Загнал машину в техосмотр, 15 минут выехал, с бумажечкой пошел, поставил ее на учет, получил номера. Я думаю, глядач наш отримав відповідь на свои запитання, и его же питать, цього самого глядача, питання до Микити. Скільки автомобілів було продано з початку року вашу структуру, і яка їх середня вартість? Ну, с начала года, текущего, 2019 года, рынок вообще в целом автомобильный, он, новых автомобилей, он показывает стремительное падение, то есть начался год с 15% падения, сейчас порядка 20% падения рынка новых автомобилей. В среднем стоимость нового автомобиля колеблется от 11 до 27 тысяч долларов, это те автомобили, которые были проданы, и... Количество в районе это где-то 1200-1300 автомобилей было продано. Зрозуміло. Дякую. Зрозуміло. У листопаді минулого року Верховна Рада України прийняла два закони. Скріншот одного з законів ми зараз бачимо на екрані. Зараз побачимо. Ми бачимо. Вони вже працюють. Президент Порошенко назвав їх непростим компромісом між державою та фактичними власниками авто. Що ви можете сказати про ці закони? Вони дійсно є компромісними? І в чому компроміс, в принципі, Микита? Я считаю, что владельцам этих автомобилей дали шанс на то, чтобы они могли реализовать свое право на пользование этими автомобилями, для того, чтобы те люди, у которых есть безвыходная ситуация, могли там оформить автомобили, им дали шанс. У них не забирают эти автомобили, у них не ставят автомобили на штрафплощадку, им не заставляют платить баснословные штрафы. То есть им дали льготный период, им дали возможность легализовать эти автомобили. Если вы хотите этот автомобиль, легализуйте, заплатите деньги, на законных основаниях пользуйтесь, пожалуйста, будьте добры. Никто не говорит, что нельзя ими пользоваться, как это было раньше. А что уже дальше с ними делать, ну, не знаю. Может, Максим даст ответ. Максим. Ну, мое мнение такое, что тот, кто подписывал этот закон, не буду говорить, он либо не понимает ситуацию реальную, которая происходит в стране в целом, то есть как живут люди, и почему это все происходит, либо лукавит, потому что это явно не компромисс. Компромиссом было бы, реальным компромиссом и очень простым, это ввести один единственный процент за легализацию автомобиля. Это было бы, допустим, там 5-10% от цены автомобиля, и все. Вот тогда реально все абсолютно бы легализовались, в бюджет бы поступило
серьезная сумма денег, не меньше, чем поступила, а даже больше, потому что появились бы еще автомобили. Честно скажу, новый автопром, ну, новые автомобили, в принципе, не из-за этого страдают. Они страдают из-за покупательской способности низкой, потому что у людей нет возможности покупать автомобили за такие деньги при наших зарплатах, причем при отсутствии кредитования вменяемого. Какая сейчас процентная ставка на кредит? Кредитование сейчас меняемое есть. Есть даже некоторые государственные банки, мы не будем их озвучивать, которые сделали очень хорошие кредитные условия для физических лиц. Мы не говорим там о бизнесе, о предприятии, которые можете взять под 0,01% годовых в зависимости. Я пересмотрел. В зависимости от первоначального взноса. Это не ложь, это реальные кредиты. Это на один год. И это когда больше 50% первоначального взноса. Ну, так это же не ложь. Это существует. Но почему это ложь? Это работает. Если у вас есть 50%, вы можете воспользоваться этим условием, вы можете воспользоваться кредитованием. Это не нормальные условия кредитования. Нормальные условия кредитования, как в Европе. Ты пришел с паспортом в автосалон. Вот эту машину хочу. Они тебе договор написали. Ты без всяких первоначальных взносов садишься и едешь. В основном там все берут автомобили в лизинг, даже а не в кредит. Он себе платит тебе 300-400 евро в месяц за этот автомобиль и ездит на нем. Он не заморачивается с ремонтом, он не заморачивается со страховкой, оно уже все там включено. Но для него 300-400 евро это, ну, грубо там 30% от зарплаты. У нас были такие условия. 2007-2008 год был значительный рост автомобильного автопрома. Кредиты выдавались по наличию паспорта и кода. Был. Никто даже не запрашивал справки о доходах, подтверждения зарплаты. Что мы имели в итоге этого всего? Очень много мошенников, очень много подставных физлиц, на которых были оформлены эти автомобили. Лица, которые являются без определенного места жительства, которые имели всего лишь паспорт и код. Потом это все, опять же, пошло в ненормальное русло. Ну, это все пробелы законодательства, но никак не люди виноваты. Да. Это пробелы законодательства. Так, у нас нет правоохранительной нормальной системы, которая бы контролировала весь этот процесс. Не можу не погодитись з вами. А зараз прошу звернути увагу на інфографіку, яка свідчить про те, що за час дії пільгового періоду розмитнення на Миколаївщині було належним чином оформлено близько 1250 автівок. До бюджету надійшло понад 75 мільйонів гривень. До речі, на той час майже всі ці автівки, понад 99%, перебували на митній території України. України з порушеннями. В цілому ж по Україні за час пільгового періоду було розмитнено 218 тисяч євроблях із 2,5 мільйонів. Чому ця цифра така низька? Я вже неоднократно говорив, тому що цифри неподйомні. Люди, які розтаможились, я спілкувався з ними, знаю таких людей, вони брали кредит, вони влазили в долги, тому що, по суті, вони автомобіль вже привезли. Они в него вложили уже деньги, то есть они его привели в полный порядок, они на нем ездят, он им нравится, то есть они пользуются, семья пользуется. И тут им ставят такие условия. Или плати, это государственный рэкет, я его так называю. То есть тебе, или мы тебе отнимем то, что ты купил, он ведь не украл его, он, ему его не подарили, он его не нашел на свалке, он заплатил за него свои кровные деньги, с которых он, между прочим, заплатил налоги, когда получал зарплату. Он уже заплатил налоги. Это другие налоги. Ну, налоги. Налоги, я же вам говорю, до 60% 41,5% забирают зарплаты сразу. Это вы знаете, наверное, да? Вы же с зарплатами как-то пересекаетесь у работников? Мы не как-то пересекаемся, мы платим зарплату ежемесячно. Платите, и с вашей зарплаты тоже платится, правильно? Конечно. И 20% НДС в любом случае вы платите при покупке любых магазинов. То есть 60% от своих денег заработанных вы отдаете сразу государству. И тут государство говорит, ребята, ну нам мало, у нас тут дырка в бюджете. Давайте мы с вас еще немножко выжмем. Вот у вас есть тут маленькие нарушения, вы тут нарушили, хотя люди уже заплатили за это нарушение по 8500, отдали по факту целую зарплату месячную. Они потребовали, чтобы люди отдали, ну, 2-3 года жизни. Это вот те суммы, там 50 до 100 тысяч за одну машину выходила растаможка. Это по факту, это несколько лет жизни человека.
То есть это не просто какие-то деньги. То есть человек должен несколько лет проработать, откладывать эти деньги, чтобы рассчитаться, заплатить налоги. Добре, Максиме, давайте надамо зараз можливість відповісти Микиті, тому що у нас дуже мало часу залишилось. Пусть не растамаживает, пусть не берет кредиты. Зачем себя загонять, зачем себе вешать это непонятное бремя? Пусть не пользуется, пусть ездит дальше с нарушениями. Они уже ездят с нарушениями. Так почему? В чем вопрос? Зачем? Потому что с 24 мая... Что, проснулась сознательность или что случилось? С 24 мая по новому закону вводятся штрафы. Отлично. Штрафы. И в том законе, который они еще приняли, 84-88 в законопроекте, помимо штрафов они ввели туда и конфискацию, которой раньше не было. Поэтому закрыли абсолютно все лазейки. Причем, я бы сказал, даже этот закон противозаконный. Лазейки. Что... Вот вы правильно говорите, лазейки, потому что они были, и люди пользовались этими Конечно, лазейками. Конечно, пользовались. Это неправильно. И... Это неправильно. И люди вот не вы могут сейчас лукавите, лазейками. Я уверен, на 100% вы пользуетесь всеми лазейками, которые существуют в законодательстве при устройстве бизнеса. Мы не пользуемся лазейками. По поводу, почему такая цифра маленькая, еще раз, я настоятельно это повторяю, что люди не готовы были к таким затратам. И им обещали, когда они покупали автомобиль, что это будут там смешные деньги. 300, 400, 500 евро. Все. Безусловно. Все. Они не готовы. И у них нет таких денег. Поэтому человек откатал 2-3 года. Он все видит, не может он растаможить этот автомобиль. Зачем брать кредиты? Сдай на разборку. Не знаю, сдай на металлолом. Продай дальше по доверенности. Ну а почему не пойти людям навстречу? Вот я, это не к вам вопрос. Но вы же поддерживаете эту систему. Я, допустим, не согласен с этой системой, не согласен с этим законом. Я не поддерживаю эту систему. Я поддерживаю с тем, чтобы было легально. И чтобы процветал. Согласен, и чтобы процветал тот бизнес, автобизнес, который есть сейчас на Украине. Абсолютно верно. Чтобы те рабочие места, которые у нас есть в группе, у нас есть в холдинге, они, люди, приносили себе домой деньги и зарабатывали. А это сектор экономики. Искусственно заставить людей разбогатеть, правильно? А этот сектор экономики, у них отнимают их доход. Эти люди, пускай не все, пускай 5-10%, они бы могли прийти купить новый автомобиль. Не это могли. Могли бы 100%. Кто может прийти купить новый автомобиль, тот приходит, покупает новый автомобиль. Не все. Тот, кто не может купить новый автомобиль. Я сколько раз пересматривал эти кредитные программы, выгодные условия. Каждый раз открою, полистаю, прикину. Вот я себе набросал, допустим, если взять самый дешевый Renault Logan, то есть, вот просто дешевле новых автомобилей я не нашел из современных, да? То есть, при взносе тех же, как за бляху, 80 тысяч гривен, там, 3 тысячи долларов, мне еще надо было бы в течение 5 лет платить по 7 700 гривен каждый месяц. Я зрозуміла. Дякую вам за цю інформацію конкретно. Але спливає час. У нас залишилось буквально 1,5 хвилини до кінця програми. Дуже швидко сплили 56 хвилин. І останнє запитання, яке хотілося б поставити вам обом. Яка ситуація з цінами на українському ринку вживаних автомобілів? Та чи змінились обсяги продажів нових автомобілів зі збільшенням кількості законним чином розмитнених є в рублях? Максиме? Тільки коротко, будь ласка. Якщо кратко, ціни чуть-чуть присели, чуть-чуть. Примерно на 10% упали ціни, в общем, на весь авторынок. По поводу второго вопроса, на новые автомобили я не знаю. Я думаю, что новый автомобиль – это отдельный рынок. Он не касается блях, он не касается евро-номеров. У это свой потребитель, здесь свой потребитель. Это немножко разные миры, разные плоскости. Микита. Миры разные, плоскости разные, но потребитель он один и тот же. Это один и тот же человек. С тем, что соглашусь с Максимом, что автомобильный рынок БУ автомобилей, он просел порядка 10-15% в зависимости там, от автомобиля, от марок, в связи с тем, что хлынул поток дешевых автомобилей, в связи с тем, что есть альтернатива нерастаможенных автомобилей, рынок этих автомобилей, он снизился, стал дешевле порядка 10-15%. И рынок новых автомобилей порядка уже 20-25% тоже снизился. То есть покупательское количество автомобилей новых, продаваемых, оно упало на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Дякую. Мы завершили третий раунд дебатов. Дякую вам за змістовані, аргументовані и відповіді повні. На завершення дискусії підіб'ємо підсумки. Тож, питання до обох сторін. Які аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули, і які аргументи іншої сторони ви вважаєте сильними? Максиме.
Я согласен только в том, что вопрос евро-номеров нужно урегулировать полностью в легальное поле. Я тут даже спорить не буду. Это надо делать, это надо обязательно делать, потому что все-таки это средство повышенной опасности. Но это надо делать так, как это будет выгодно людям, а не конкретно отдельным личностям. Поэтому на данный момент этот вопрос не урегулирован. Да, есть какие-то подвижки в определенную сторону, но с другой стороны, если бы они не ввели хотя бы в закон 84-88, а оставили выбор, то есть либо ездить дальше на евро-номерах, либо ввести в легальное поле, другой вопрос. А здесь просто всех нагнули, поставили раком. От так, от і ваша відповідь, Микито, щоб я согласен з тою позицією, що треба давати людям можливість, треба давати їм цей шанс, можливість користуватися автомобілями, хорошими, якісними автомобілями, ну, щоб це було виключно в правовому полі, щоб не було цих схем, не було цих корупційних якихось моментів, составляючих механізмів. Да, пусть люди користуються цим товаром. Він где-то лучше, где-то хуже, но пусть это будет все в рамках закона, пусть это будет на законных основаниях. Я убрать завышенные налоги, и все будет в законных рамках и основаниях. Дякую, Микито, дякую, Максиме, дякую вам за участь в дебатах, за змістовні відповіді, за цікаву сьогодні, за цікаві дебати. Я думаю, що наші глядачі взяли для себе багато інформації корисної, але все ж таки мені хотілося б вибачитись перед більшістю глядачів, тому що багато питань ми сьогодні не встигли просто озвучити в студії. Наперед будемо намагатися їх озвучувати в першу чергу. А ми прощаємося з вами до наступного вівторка. Дивіться «Дебати Миколаїв» щовівторка о 19:20. На все добре.